Это сегодня у нас 20 июля. Вот Потеряевки, видите, как сено привозят. Слава тебе, Господи. Это Игорь везет, батюшка ведет. Ну да. Поприветствую. Купил Игорь машину, косилку. Интересно такая, польская. Спросил за 100 тысяч. Ну, там, если попадет какая животина, птица, она не просто ноги подрежет, а на лапшу изметелит. Вот он как. Ну, а что тут, батюшка? Тут его дом, окна с этой стороны редко кто показывает. Ну, а тут у батюшки под боком храм. Крест. Вот окно, в которое влетают ласточки. Улетают. Вот Игорь привез батюшке сено новое. То старое еще не докормил. А тут новое. Вот он поехал с той стороны. Склад Игоря Александровича Воробаша старосты. Тут вход в храм. Ну и видно крест восьмиконечный. А там видно лагерный пруд издалека. Себе. Это даже уронить тяжелый будет. Игорь безотказный. Пошел сейчас по деревне. Сегодня 5 лишних костер. Не Анилу Глушкову Алексеевну договорился. Алексей приехал, привезет. Бабу Серафиму Гавриловну, у нее внук Василий приехал с женой, с ребенком, с которым мы когда-то говорили о бороде, с бородой. Вот. На костер принес, чтобы ее сын Володя тоже согласился. Охота, ну, на прощальный. Придумал же кто-то такую технику. Руками крути, плати. И сколько надо было работников? От один. Не разгружать, а метать тогда никак нельзя было одному. Один должен был стоять. О. Все. На разворот. Видишь, какая веревочка сама перепутывает машину. Вот от дождя некоторые прикрывают пленкой. Он диакон, он мастеровой такой диакон в этом вопросе.
Сколько у него? Я в прошлом году посчитал, думаю, ой-ой-ой. Еще старая осталась, теперь новая. Такая благодатная земля. И главное, вода. И пастбище все, и все. Быть только довольным, благодарить Бога. Так продукты-то какие все, свеженькие. Наклонил, как бы она не соскочила у него. Обычно он наклоняет на себя, а тут ровно так потащил. Вот там, видать, вода. Вот у них теперь три снегохода по Теряевке. Жизнь-то не та, что первый год, еще не было. Одни лошади были. А потом маленький тракторенок появился. А сейчас они говорят техники всякой. СК-700 или как большая машина. Смотри, один. Вот, наклоняет. Все, пошел. Да. Господь дает мудрость. И за эту мудрость изобретатель, вот как слава Богу за все, Акафист Богу. Угу. Сохрани, Господи, от пожара, воров и нечистой силы. И батюшки всегда обеды по праздникам. Все по закону. Поднять? Давай-ка. Вот так. Угодился. Вот для этого угодился. Снимал. Игорь веселый, легкий характер такой. И жена у него такая, всем друг. Бог дал какого фермер. Нынче, кажется, еще 100 гектар прикупил. Ну, это очень так, это незначительно по сравнению с соседом. У того 6700, кажется, или 7000 гектар. Евгений Алексеевич Долгов в соседнем селе Подсёпное. Это батюшкина хата. А это соединительный антенна направлена на Корчино. Была поставлена. Это звонить, когда не по мобильному, а так. А у нас на мобильное самое удобное место звонить, когда не звонит. То на голубятню залазить ко мне. Она 9,60 от пола, от земли, крыши. Что-то тут его комбайн остановился. Это зять приехал. Что-то тоже пытается делать. Все, поехал. Трактор.
Игорь пришел домой зайти. Ну, я все показать деревню. Сейчас к ним поеду. Приглашать на костер. Это моя тут машинка. Это батюшкин дом. Батюшка, все. Сам каменщик приезжал, тут один Петр. Не знаю, из Тюмени или из Ишима.